Всем привет! На канале Новый Влог. Вещаем из Сониной комнаты. Софико, показ. Показ, что ты там получила? Распаковочка. Вот такие книжки. Еще майку там одну мою заказали. Ну, я думаю, она мерять не будет, конечно же. Может, показать? Купила Соня, знаете что? Глицин Форте 500 миллиграмм. Для мозгов написано. Для мозга. Короче, он с витамином В, аминокислота. Ну, он такой сладковатый. Это для тех людей, которые очень сильно переживательные и нервные перед экзаменами. И, в принципе, вообще. Я всегда в экзаменационные периоды на сессиях его рассасывала. Короче. Не напасешься нигде. А? Не напасешься нигде. Со всеми сессиями. Не напасешься? Ну, напасись. Ну что, покажу вам свой огород. Вот, смотрите. Это моя бегония. Видите? Вот их было три. Уже даже проснулась, все не просыпалась. Вторая, это вон какая обильная бегония, красная. Будем сажать на террасе. Это лобелия, не знаю, что с ней будет или не будет. Тут лук. Помидоры и перцы, не знаю где что. Ну, какие... мили-пилики, а это мои горе-огурцы. Мама, а. Они шрифт поменяли. Шрифт поменяли. А как это читать? Ну, смотрите, они уже цветут и даже заплетаются вот сюда на эти штуки. Ну, такие очень-очень нежные какие-то листики, не знаю. Будет что-то с них, не будет. Ну, короче, мой огород вот. Что, ребята, у нас давно на влогах не было футбола. Вот с Федькой пришли к его братикам. Короче, вон там базы, фишки, все как положено. Федор, нельзя в спину бросать мячиком, понимаешь? Потому что человек не готов в этот момент к тому, что ему в голову сзади, например, или в спину прилетит мяч. Ну, а после их тренировки поедем на Федину тренировку. Сейчас сниму, что тут мальчишки будут делать, потом, может, еще сниму Федьку. Ну, давно не было. Кто не любит, не жалуйтесь. Ничего, надо терпеть, это наша жизнь. Хоп! Гол, пас. Пас. Хоп. На. Слишком большие ворота, да, Федор? Оп. Так, в квадрат они уже размялись. На степах. Потом прием мяча, ведение и удар в маленькие ворота, в створ попасть надо. Так, шипы стучат об деревяшку, хотя резинка на деревяшке. А, это вам не секунду. Не секунду, да. Давай, Пашка, давай, давай. Оп. Чик, чик, чик. И в ворота. И в этот момент следующий уже, кто отдавал передачу, на степ заходит. Так, закончили на степах упражнения. Кстати, там их серьезно так тренер погонял. По полминуты, по 36 секунд, по 32, по 34 выполняя упражнения. Такие все время на ходу. Поэтому ножки у них забитые, тяжеловатенькие. А сейчас такое вот на ориентирование, на передачу, на подстроение, на открывание. А я еще могу сказать, то, что наступила теперь уже по-настоящему весна. Потому что я съездил сегодня и поменял на машине колеса на летнюю резину. Шинки зимние снял, летние надел. Так что все, весна. И меняйте все. Скорее тепло станет. И сильнее тепло станет. А то ездите на зимней резине. Вот поэтому лето и не приходит. Ребята, мы тут с папой в магаз зашли. Смотрите. Это как шишечка, а вот это вот именно ветка растет. Наверное, ветка смотрите. Растет, шишечка. Шишечка, шишечка. Ну вот не поймешь, да? Где какие что-то. Красивые, розовые. Не, это вот иголочки, вот видишь? Они потом открываются. Это с иголочками новые. А вот это уже шишки будут. Такие красивые. Вон. Я думаю, что за цветы на дереве? Класс. Георгий, что происходит? Получил в плечи от Ярослава?
дерутся ребята. Пришли с тренировок все. Ну, Федор последний пришел с тренировки. Вместе с ним пришли мама и папа, поэтому кормим детей, да? О, Федор уже чик-чик-чик поел. Приятного аппетита. Макароны, сосиски. Не берете соус, нет? А свекольный салат? Наворачивают, наворачивают. Сейчас пойдем все вместе решать с Гошей. Потому что с Яриком мы уже решили, а с Гошей пойдем решать задачу. Вы же хотели домашку в прямом эфире? Вот, сейчас пойдем делать домашку. Да, Гоша? А то он списал, подло списал у Ярика то, что мы с Яриком разобрали. Он же. Я просто смотрю, а он на спине попал. Потому что просто нечего так списывать. А потом ты будешь говорить, я не успел, я не так решил. Самой надо, понимаешь, самой головой соображать. Своей. И тогда все будет нормально. Или вдвоем садиться и разбираться. Потому что иначе это все не даст тебе это списывание. А. Там должно было получиться 3 икс деленное на 2 будет 1500. Так, ты это уже какой у нас решаешь? Следующую, да. Да, должно было получиться. Да. А потом как? А потом как? Я не знаю. Делимое, делить или частное? Как найти делимое, если нам известно делить или частное? Первый класс, вторая четверть. 1500 умножить на 2. Особенно первый класс. Все, кушайте, жуйте хорошо, а не глотайте. Федя, выключай звук. Ну что, вот у нас одна задача, которую Гоша списал. Чтобы... Экзамен! Экзамен. Чтобы узнать массу капли, сначала взвесили пустой стакан, потом накапали в него 100 капель воды, взвесили снова. Оказалось, что масса пустого стакана 75 грамм, а масса стакана и капли 82 грамма. Какова средняя масса одной капли воды? Смысл 100 капель, если можно сразу одну капельку. А ты думаешь, если ты в стакан капнешь каплю, что-то весы покажут? 75,000. 0,0,0. 0,0,0. Но весы этого не покажут. Так, что мы делаем в первую очередь? Да хватит уже тебе ныть, а? Давай, что мы делаем в первую очередь? Чтобы найти массу одной капли, нам надо узнать, что... 82 минус 75. Нам надо узнать массу всех капель, да? Угу. 82 грамма весит стакан с каплями. Встань нормально ровно. А не пустой можешь... стакан весит 75 грамм. Как нам найти массу капель? 82 грамма. А, 82 грамма – это масса стакана и капель. Если 82 мы отнимем 75, получим сколько? 7 это что? Грамм. Весит 100 капель. 100 капель воды. И теперь нам нужно узнать среднюю массу одной капли. То есть... 100 делить на 7. Почему 100 делить на 7? 7 делить на 100, да? Если 100 капель весит 7 грамм... То это сколько? Ну, можно... 7 сотых. 7 сотых, да, грамма. Либо перевести граммы в миллиграммы. Мы такое еще не проходили. Ну, значит, 7 сотых грамма весит одна капля. Что в ответах написано? 700. Что ты хочешь? Нет. Потому что ты устал, ложись, отдыхай. Понял, Гоша, что списал? Теперь понял, как решать задачу? Все, иди. А ты, конечно, 350-ю. 350-ю? Ну давай, 350-ю. Он же мне не даст 50-ю. Конечно, не даст, потому что ты должен сам решать. Он разобрался со мной. Вот давай с тобой разбираться, любитель списывать. Одно число в два раза. Надо тебя, кстати, на Затупина. Ты еще не знаешь, какой да. Он любитель списывать. Да. Затупин порешал, а Ботанов до сих пор не может решить задачу. Ну, Ботанов, Ботанович, Ботанов. Одно число в два раза меньше другого. Найдите эти числа. Директору пришел решать. Нечего, давай. Одно число в два раза меньше другого. Найдите эти числа, если их среднее арифметическое равно 1500. Одно у нас есть число, да? Да. Второе. Одно, если x, второе сколько? X. Одно число x, а второе в два раза меньше другого. X это... делить на 2. X делить на 2. И среднее арифметическое это как? Все числа сложить и делить на количество. Значит, мы что складываем? X плюс x разделить на 2, да? Угу. Все это делим на 2. И получаем 1500, так? Угу. Давай теперь будем решать вместе. Это же два варианта.
Тише. Ну что, решали. Понял что-то? Теперь иди и не списывай, а сам решай. Взяли моду. Вы тоже, ребята, списываете? Ребята, вы списываете? Папа, ты списывал в школе? Да. Ага. Очень редко. Смотри мне. И то с тех штук, которые сам готовил. Ладно. Я буду говорить.